Ребята, оказалась в таком классном месте, увидела много-много барашков. И вот вам решил даже поснимать некоторых из них. Сейчас слезу с велосипеда, покажу. Как он ест травку, такой маленький, молоденький. А вот этот даже с рожками сидит, да? Вот, смотрите. Кушает травку, да? Это его детеныш, поди. Ну, так они тут в обычной своей настоящей природе живут. Хорошенькие. Можно вот идти и полюбоваться, как они тут живут. А вот это кто? Я такой не знаю. Знаете такого? По-моему, как будто это женщина, да? Ну, в смысле, мама. Я тоже с детенышем. Чего они делают? Кушай эту штрафку. Там еще на заднем фоне кто-то бегает. Ну, такие хорошенькие. Я не буду их, ребят, долго тут отвлекать. Просто вам показал, как вот они тут живут. Кто-то тут лезет. Чет, тут моська лезет за травкой. Ну, вот такие вот овечки, да, здесь на севере Германии. А слышны вообще еще звуки? Так что вот, любуюсь природой, ребят, на животных, на овечек смотрю. Всем пока.